Nissan 2005 года выпуска, дизель. Данный обзор будет посвящен экстерьеру и интерьеру автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. И сегодня нахожусь в республике Татарстан, город Набережные Челны, автосалон Carline. Какие ключи? Давайте не будем терять времени и начнем. Очень легко поворачивать руль. Рулевое колесо регулируется только по высоте. Давайте включим габаритные огни. Противотуманные огни. Аварийную сигнализацию. Откроем капот. Двухлитровый двигатель, 16-клапанный, 142 лошадиные силы. Дюймовые диски. Электрорегулируемые зеркала, электростеклоподъемники, центральный замок, блокировка стекол, подсветка дверей, подстаканник. Полностью с механическими регулировками, водительское сиденье, боковые подушки безопасности. Давайте послушаем звучание двигателя. Этот автомобиль имеет пробег 71 349 километров. А стоимость данного автомобиля 585 тысяч рублей. Торг уместен. Электронные часы, аудиосистема GVC. Климат-контроль, кондиционер, обогрев переднего и заднего стекол, рециркуляция и пепельница, прикуриватель, автоматическая коробка передач.
ручного переключения. Подстаканники, регулируемый подлокотник. С двумя нишами. Держатель для очков. Боковые подушки безопасности. Взрослым пассажирам будет очень просторно. Открывание крышки бензобака. Задний ряд сидений также можно сложить вровень с полом, тем самым увеличив полезное пространство багажника. Очень легкая посадка и высадка. Скучным интерьер никак не назовешь. Розетка, прикуриватель. Большой подлокотник с подстаканниками. Можно открыть только стекло. Либо полностью всю крышку багажника. Довольно просторный багажник. Разместилась еще одна розетка, запасное колесо. Электростеклоподъемники. Полностью с механическими регулировками и пассажирское сиденье. Бардачок. На этом обзор Hyundai Tucson 2005 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи и до встречи в следующий раз.